Я узнал перед игрой с Уфой, что я попал в расширенный список сборной. И окончательный список должен был быть 15 числа, мы играли 14. И у нас не было выходного после игры. Я приехал на базу, и мне сказали уже ребята, что я попал. Я потом только уже сказал кто-то из руководства, что я попал в сборную. Да, я, в принципе, все матчи сборной пытаюсь не пропускать. Вот, я помню прекрасно матч сборной еще с Англией, когда Рома забил. Потом я помню матч с Голландией на Евро, когда мы обыграли голландцев. Ну, так вот, практически каждый матч, можно сказать, помню. Вообще, я всегда следил за Марселом, почему-то не знаю. Против топов, ну, Испания, Франция, Бельгия. Было бы интересно с ними сыграть. Юрий Валентинович. Ну, Марсело всегда был. Сейчас за Альфонсо Дэвисом слежу. Да, Самуха. Хоккей. Никакого вообще, если честно. Ничем, кроме футбола, не увлекаюсь. Ну, что-нибудь юмористического плана. Какие-нибудь там... Как они называются? Плохие-плохие песни, или как так они называются? Когда песни там переделывают в юмор. Ну, что-то такого плана. Такого тоже нет, слушаю все. В принципе, кроме рока, наверное. Вот так по музыке понравилось, слушаю, не понравилось, не слушаю. Ну, последнее время часто в них вообще бываю, а так нейтрально. Ну, раньше играл сам очень много, сейчас очень редко, ну, в Counter-Strike, FIFA. Легенда. С Томом Харди, который. Том Харди, актрисы нет. Ну, чаще биографии футболистов. Вот я прочитал недавно Варди книгу. Сейчас начал читать Джерарда. Да я, в принципе, не привередлив просто в еде, поэтому у меня нет, ну, не разделяется еда на любимое и нелюбимое. Шесть.